Ассаламу алейкум, урметли сержилерамыз, эфирде хабарлер вақты. Студияда Мухаммед Зикириев. Бүгін программамызда. Иқтисадият, туризм ве милетлерара мунасибетлера. Ахметжеті Қырым Джимхуриеті елбашчысы Сергей Аксеновның 5-й эр ел кечірілген матбуат конференциясы олып кечті. Бүгін бір дженг улған еді. Қырымда совет ордулары Афганистанда көрсетілген күніне бағышланған тедбір кечірілді. Эвге кеткен елда маниялар, ахынзжетте лунная сухақы ярықланмай, оның нормаль қапланмасы да йоқ. 18-й асырға далмақ ве императорлар балына бұлынмақ. Қырымлыларының енді бойлы имканы бар. Вдохновение адлы меркез мусафырлер үчін ойс хапуларны ачты. Бұ ве башқа хабарлер ақта бізім яйнымызда. Бүгін Ахметжеті Қырым Джимхуриеті елбашчысы Сергей Аксеновның 5-й эр ел кечірілген нәтижеви матбуат конференциясы олып кечті. Тедбір назирлер шурасында кечірілді, Қырым Кутлеви мәлімат васталарының векілері дәвет етілді. Эр адамызның инкишафы ақында онлар же суалер берілді. Бұ әм туризм, әм тасил, әм тәбиет, нахлиет ве әлбетті милетлерара мұнасибетлер бойынша суалер еді. Біздің телеканалымызда матбуат конференциясында болды. Анда генераль мудирамыз Эрвин Мусаев де ось суалине джевап олды. Мусаев Эрвин. Недавно ООН приняла резолюцию по Крыму. И это явно политическое решение. И наша сторона заявила о том, что эта информация о нарушении прав человека является неправдивой. В том числе это касается и положения крымских татар в Крыму. С чем я, конечно, полностью согласен. У меня вот такой вопрос. Как крымское правительство планирует доносить правду до международной общественности, насколько со своей задачей справляется народная дипломатия и те иностранные делегации, которые приезжают в Крым? Спасибо. Спасибо. Ну вот я знаю, что вы, во-первых, тоже активное участие принимаете вот в таких проектах, и спасибо вам, вы активную позицию занимаете. Присаживайтесь, пожалуйста. То есть как бы народная дипломатия работает, наши коллеги из разных национальных общин, то есть как бы выезжают на территории тех стран, к общинам, к которых они имеют отношение. Вот то продвижение, вот эта народная дипломатия, то есть как бы на самом деле вот такой формат, то есть как бы он, на мой взгляд, больше в нынешних условиях сближает, то есть как бы чем действия должностных лиц, чиновников по установлению каких-то контактов. К сожалению, над всеми давлеет тень Соединенных Штатов Америки, которая за всеми наблюдает и никому не дает двигаться ни в одну, ни в другую сторону. Но вы были там сами, то есть вы даже лучше меня, то есть видели реакцию, и все, что касается Крыма, в западноевропейских, в американских СМИ, то есть как бы все переворачивается ровно с ног на голову. Слушать ваши доводы не хотели. Вот все, кто приехал, коллеги, в течение года, те, кто посещал различные зарубежные мероприятия, соответственно, делились впечатлениями. Мы на самом деле-то всегда приветствуем приезд сюда иностранных журналистов, и спасибо вот как раз национальным тоже общинам. Ел парасы велері кібі халаджахам. Бұ мевзуда джимхуриетіміздің елбашчысының матбуат конференциясында музыкер етілді. Сергей Аксеновның сөзлеріне көре, Қырым акимиеті ташыжыларға джимат нахлетінде хатна фиаты 25 рублеге же көтірмек реджасына әретті. Ама фиат эпісі бір, артаджах бұ 17 рубле олажақ фиат армасы или акимиет ташыжылардан қиметлерінден кейфиеті юкселтмеге талап әті. Куп адлы тиджери меркезінің демонтажы январь айында башланачақ. Бұ мевзуақта да матбуат конференциясында музыкере етілді. Шымды эпісі висихалар кассацион идарелерінде бұлуна. Атырлатамыз 2018 сенесінің апрель айында Куйбышева мейданында куп тиджери меркезге яқын ерлешкен тиджери объектлер бозылы башланды. Сәйіплер оларны ойс истеклерінен дағытмаға аразы олдылар. Сонра тамам олар озлерінің шахси лихалары ічін тапрақ дамарталарыны конкурссыз әлде етеджеклер. Куп меркезінің бинасыны исе майыс айында бозып башламаға планлаштыра еділер. Ама Қырым Джимхуриетінің арбитраж махкемесі шахси шыркетінің ареза язғанындан сон бозуф ішлері білгісіз вақытта қадар сүзмеге қарар алды. Бүгін бір дженг олған еді. 39 елі велісі совет ордулары Афганистанға кірген әділер. Бұдын Русия бойынша бұ күнге бағышланған қатырат әдбірлері кечірілді. Бұ күніт бірлікті қызмет әткенлер топландылар ве қан төкөже дженгнің вақияларыны қатырладылар. Тафсилатлыджа Айши Шулакова біле. Салам алейкем, қош келдіңіз.
Достане кучахлашувлар ве каты эл тутушувлары. Дор достнын эргилык курышывы адетынче бойле башлана. Олар афган ченкыны кешкен эделер. Амма достуклары те Крымда башланган эды. Той япсак, мына окуну кызыма бешикто яптык коюп, досларыбыз келди, отурду. Афганистанда дженг башланганында Ислам Сейтаблаев 19 яшында еді. Увахыт егіт енді Амур вилеетінде ордуда хызмет әте еді. Лекен буна Бахмадан аскерні, чоқысы ахранлары кыбы, ос интернациональ борджыны еда етмек үчін Афганистанға йолладылар. Мен сержант едім. Мен 60 жене бала менде немеді. Уларындан бары бір ахранет япып, неметіп, дженг немеді. Атайдыле кежесі үншін. Кемесіні ятқы немелерге деп, албетіп, үйредек. Али Меджитов есе Афганистанға Москва вилеетінден тұшты. Оғанда хызмет әтеді. Дженг башланғаны ақта хабирны ешіткен сон, реберлерінің эмерлеріні бедерді. Боле етіп, дженге йоланылды. Мен водителем был. И в охране был, и караул ходили, и приходилось, и в тюрьме съездил. Какие задачи перед нами были, все выполняли. Совет ордулары Афганистанға 39 йыл әвелсі келіп кірген әділер. Оларға бұ мемлекетні запытмек вазифесі қойылмайды. О вақыт тек интернациональ борч бежерлі вақта сөз юрсетіле әді. Арбейлер, инфраструктураның мұйым объектлеріні қорумақ керек әділер. Ама бізім ордуларымыз арбей әрекетлерге қошылмаға мечбур олған әділер. Совет бірлігі есе ақықы дженке қошылды. Ве бұ ұрыш аман-аман 10 йылға созылды. Совет ордулары дешетлі дженкте тахминен 15 бинге яқын инсанны ғайып әтті. Абышилерін көрген сон пек қиын, пока не апып өзіңе кейінжік, сон яваш, ұнтып башладық. Ер бір қатыра күні бұддор достоплашып, чеші тәдбірлеріні, митинглеріні зиярет әтелер. Абеделерге чечеклер қоялар. Вебақчысырай районының мектеплерінде арбей ватанперверлік дерслеріні кечірелер. Женкі көрді кенді, аз мы, чоқ мы? И қалғанларды көрмесін. Женк омаған яқшы. Абы, я, тинч яшайық, балачағамыз бар, торуларымыз бар деген кебек. Арби аркадашлар өз яшайышларынен мемнюнлер. Олар ана ватында яшайлар. Юртымызда балла торунларынын тербиелейлер. Девлет оларның арби жесаретлерінің хатырлай век керекли дәрежеде диққат айыра. Айша Шолакова, Магомед Нестуров, Миллет үчін. Эвлер, ухуф мойсисалера, газлаштырма, йоллар, ышық ве сувнен темин этулевов кабамеселелер. Девлет милитлерара комитетінде әкібін 18 сенесінде милитлерара бірлігінің сақламақ үчін федераль мақсадлы лейханың ұйғынмасы нетежелері бойынша мұшавеле кечірілді. Эсабатны район вешер векілері капиталь құручылық қызметі ве тұш қызметчі тешкілятлары берділер. Государство делает все, чтобы максимально эти процессы двигались, выделяются большие деньги. Наша задача, конечно же, максимально выполнять все обязательства, те, которые стоят перед нами по окончательному введению всех социальных объектов, которые сегодня реализуются в нашей республике. Есть у нас, безусловно, и часть проблемных участков, где, конечно же, по объективным, субъективным причинам сорвали сроки реализации некоторых объектов, однако на сегодняшний день уже сформированы планы графиков, которые успешно будут в следующем году доводиться до логического конца. Ахмеджитеке лунная сухаха озының адына ичде келишмей. Мында ярых йох йоллары се бозу халда. Тамам шу себептен автобуслар айдавчыларыны сонки дураққа же барып етмейлер. Сакинлер эвлеріне етіп бармақ үчін пек хиналалар. Тафсилатлыжа бізім лейфхамызда. Лунная сохағы Ахмеджитның Кирпичная районында ерлеші. Мұнда бұ ән әсас елдір. Инсанлар бұ ерден өз әвлеріне қатнайлар, ама бұ қолай іждегіл. Улица Лунная у нас является центральной улицей микрорайона, да, по ней ну, все жители добираются, собственно, домой, да, по этой же улице у нас ходит маршрутное такси, 88 номер, соответственно, состояние этой улицы, да, вот оно доставляет массу неудобств и бытовых проблем. Асфальт бозу қолмасындан ғайры мында ярық да йоқ. Күндіз бұ соқақ бойы да жаяв кешмеге мүмкін. Қаранлықта есе әвге барып әтмек ақықы квестке чеверілі. Доғру адым бассан кечерсін, басамасан еқылырсын.
Если уже так попадает, что стемнело, то просто идти невозможно. Ну, увязываюсь за каким-то человеком и прошу, что типа можно я за вами, с вами, как-то вот так. Дорога в таком состоянии, что просто можно убиться. Одно дело, если ходить, ну, если бы она была ровная, и типа ровные дороги. Даже в дневное время суток вот по этой дороге идти просто невозможно. Сакинлер бу проблема бойынша инде бир кач кересе шер мемуриетине мурачат эттилер. Шер акимиети исе оз мектуплеринде бу сохак шер балансында йок деп жавап берелер. Демек лунная сохагына пара айырмак керек дегел. Какая прописка у меня? Мы здесь живем, я живу здесь 2 года. Она живет 2. Я живу с 84 года. Как бы так в 9 часов поднимается ни фонарей, ни дороги. И куда, и чего. Йолнун шер пропискасы бар, ама о кой йол на ошай, а дей тамырышлерыны біле бір кемсе кечірмей. Энмерахлысы шындаки мында буюк масрафлар керекмей, чунки фенерлерінде ерлештірілген лампалар да бар, ама ишықны бір кемсе кошмай. Автоматическая система. Есть счетчик, он горит. Да, вот. Там есть, ну, то есть подведено электричество, значит, но фонари, как мы видим... Бір мәселе да бір мәселені ярата. Бұйылдан 2 автобус қатнай. Бұ 21 ве 88 маршрутлар. Ама чұқырлар олғаны себебінден айдавчылар сонки дураққа етіп барамайлар. 27 маршрут не ходит вообще. Единственный маршрут, который ходит в наш массив, 88. В субботу-воскресенье маршрутки практически не ходят. И мы просто отрезаны от мира. Как жить в таких условиях, совершенно непонятно. Мәселе чезілмесе үчін мында тек бір қарар алына біле. Сухақны шер реестріне керсетмек керек. Сон есе мали яқта субет кечірмеге мүмкін олыр. Ама бұ не вақыт олажақ екен? Бұны заман ве шер акимиетінің қарары көстерер. Энвер Аблезис, Магомед Нестуров, Миллет үчін. Яны йылға, яны йол нен. Таврида йолының юк ве енгіл машналары үчін ясалған бірінші невбетті декабрь 31 кечесі ачылажақ. Эндіден сон қырымылылар ве ярамада мұсафырлері керіштен Ахметжетке қадар комфортнен қатнажақлар. Йол арекеті 2 йоллақ бойынша ачылажақ. Бірінші невбетті сатты 60 километрге қадар кечеге бір сурят сыныры олажақ. Хайметли ве хатыра бақшышлары ве фахри ярылықлар. Ахметжетте кит 2018 атлы ярышның нәтижелеріні чығарылды. Ғалиплеріні 9 номинацияда тағзирленділәр. Бұйық ярамадамыздың истидатлы тәлбелеріні Қырым ішкі сиясет мәлімат ве бақ назиры Сергей Зырянов шахсен хайырлады. Біздің ижади тақымымыз да бұл мерасімде болынды. Генче қылы ве истидатлы генчлер. Олар енді бүгін өз кележеклеріні яраталар. Яны интеллектуал зиялыларыны шекілендірелер ве Қырымның мәлімат фезасы инкешаф етмесі үчін сілтен берелер. Бұ білгісайар лейхалары бойынша кит 2018 адлы 5-ші ачық конкурсының ғаліплерідір. Сегізінші сынып талибесі Лиана Аметова компьютерный дизайн номинациясында бірінші ерні қазанды. Оның мастер-логы адлы лейхасы тәжібелі жүри азаларыны первасыз қалдырмады. Осмур кит конкурсы үчін логотип яратты. Я рада, что я победила. Мне подарили компьютер и грамоту. Спасибо большое за такой замечательный конкурс. Я буду в нем участвовать еще. Имин Карабашевның садевит измера хамлар адлы лейхасы есе белки келеджекте эсап сасында бұйук адым атмаға имкян ачар. Сегізінші сынып талибесі бу илимнен теренден мерахлана. Занял первое место, мне подарили ноутбук и берут интервью. Ахмежит Сакины Владимир Минюк исе кевдесыны доғры тутмақ вастасыны уйдырып чықты. Энді білгісайар огунде отырғанда бу ақта қайғырмаға керек олмаз. Мониторға мақсус датчик ерлештірілген. Керек олған вақытта обозувлар ақта сигнал бере. Если он сидит правильно, то горит зелен цвет идет. Если ближе, то желтый. Если слишком близко, то красный. Кит қысқартмасы. Қырым информация, яни мәлімат ве технологиялар манасыны анлата. Бұ ерде талебелер техникум ве колледжлерінің студентлері өз ижади имкянларыны ве ғайлеріні амелге кечіре білелер ве буақта бүтін Қырымға тариф әтелер. Тедбір ічкі сиясет мәлімат ве бақ назирлігінің тәшебісі ве Қырым Джумхуреті елбашшысы Сергей Аксеновның қол тұтывы іле кечіріле. Вы наша будущая элита, вы наши глобальные умы. И, наверное, не зря конкурс назвали именно КИТ, да, это конкурс информационной технологии. Вы, как киты бороздят океаны, вы бороздите просторы информационных технологий. Вы большие умнички. Бүгін тек талебелерні дегіл де, ожаларны да тағдырледілер. Дети в восторге, они счастливы, радостны. Но самое главное, что они, когда выполняют такие проекты, узнают новое и достигают своих результатов.
И я думаю, это очень пригодится в жизни. Кит конкурсы энди бешенчи кересы кечерили. Галиплер дохыз номинация да мюкефатлар элде этелер. Конкурсының финал жыларыны исе регионда информацион фезанын келеджегі деп адландырмақ мүмкен. Айша Шулакова, Магомед Нестуров, Миллет үчін. 200 йыллық кино бір ақшам девамында. Кешенлері Мединет университетінің бинасында Қырымда киноплакатының темелі қойлыбындан 85 йыл кешкенлері бағышланған ақшам өткерілді. Ирамада мусафирлеріне кино санатының қадимей тарихыне далмаға әмкен берілді. Аджайып тышқы қияфетлер актерларының текрарланмас иджасыны ве Али Ухов юртының студентлері азырланған истидатлы чықышлары сержелеріні узақ кешімішіне далдырды. Давет Ателген мусафирлер арасында Қырым киномедия меркезінің мудир муавины Елена Куценко да болынды. О келеджекті олған планларынен пайлаштан Қырымда «Спутник» радиосының Хадимы Борис Левин исе весехалы фильмны проблемлеріні ақта тариф етті. Очень большие планы. Конечно же, мы продолжим работу по кинообразованию, кинопросвещению. Для школьников, для студентов, для взрослых людей. Через кино, через документальное кино, я хочу сделать акцент именно на это, потому что именно документальное кино, которое незаслуженно забыто было последнее время, возрождается благодаря Крымскому киномедиоцентру. Елбаш байрамына бақшышлар, Кызылташ футбол клубыны Бақшысарай шәрінің мемориетінден бераберлікті интернат мектебінің балларына қайрыладылар. Әлебілерге телевизор ве микроволновка фурынына едие еттілер. Бұндан да қайрыл клубны ойыншылары өз фалиет еллыны ақта тариф еттілер ве әркезіна тақымының кележек матчыларына дәвет еттілер. В преддверии Нового года захотели приехать именно сюда, для того, чтобы подарить, ну, во-первых, подарки новогодние, во-вторых, поговорить с ребятами и попытаться каким-то образом на примере футболистов, да, показать о том, как могут сбываться мечты, да, как вера помогает многим достичь того, чего они хотят. Да. Это был главный посыл, потому что ребята здесь все с определенной сложной судьбой достаточно. И мы хотели донести, что при достаточном желании и при сильной вере в свою мечту, эта мечта может осуществиться. Осень в бетінде Бақшысарай шәрінің мемориеті де бұл балаларға айры дихат айырмаға тырыша. Мақсус мектепке тәсіл алғанларға тек яны ел арфесінде дегілді, күнделік яшайышта да ярдым етелер. Это всегда важно. Дети, Новый год, праздник, должно быть ощущение праздника у всех. Мы на протяжении всего деятельности, по крайней мере, я своей деятельности, мы оказываем поддержку и различную, там, и бытовую, и подарки, и внимание детям, и там, вывозим их там, на экскурсии, стараемся помогать, чем можем, как можем. Самойленко әлесінің чоқ бекленілген арзулары керчеклешті. Бақшысарай районында вдохновение деп адландырған Қырым бедей меркезі өз ішіні башлады. Бұ ерде бал кечірілді. Тафсилятлы жа бізім левхамызда. Кадриль, вальс, ве классик, музыка. Узлюбельштырген костюмлерді еді чифт ойын көстерілді. Олар әркезіні 19-ші асыр заманына далдырдылар. Бұзал құрылжылықтан сон бірінжі кересі ачылды. Оқырымның бойлы екене ве ұзгун бір салондар. Мұнда кірген сон бір ән ішінде велер асырларға тұшкен кібі оласын. Салонда әрші Александр Смоленканың әллерінен япылған. О, ойс тақымынен 4 ел деуамында бөле хаузырынды шалышты. Бөле беді меркезіні құрмақ, оның ана бабасының арзусы еді, деп айта Самойленко. Мы готовы открыты для сотрудничества с мастерами любых направлений. И великолепные фестивали. Ярмарки, мероприятия мы можем организовывать для того, чтобы поднять в людях вот эту жажду творческой жизни. Бұзалының хусусиеті оның құрыжылықына азыр деталлер ве палы материаллар ішлетілмеген. Мұндаты гипс ве пластик ұланылды. Юксек таван ве орнекле диварлар. Бұ ернің дизайны 19-ші асырының қатырлата. О вақытыларда бойлы юксек таван ве орнекле диварлар мод еді. Оларының бойлы сүсленмесі тек императорларының әвлерінде құланылайды. Здесь планируется проходить выставки художников. Не только балы, концерты, камерные музыки.
Иншатнын интерьера ахярлы исторический бульвар адлы коллективнын мирахландырды. Олар тамам бу залда бал тешкер этмеге карар алдылар. Мы уже, наверное, все дворцы в Крыму обтанцевали. И то, что здесь образовался такой зал, это для исторических клубов, я не скажу подарок, но очень приятное известие. Мимарха да кемер декор элементлеры узерінде чалышмақ керек. Меселя визелеріні асмақ тышқы безетувны екінленмек ве әлбетті кателыны ерлештірмек керектір. Бұйшлерден сон мусафырлеріні чағырмаға ве ақықы эфсаневи балыны кечірмеге мүмкін олажақ. Мухаммед Зикирия, Дмитрий Низовой, Милет үшін. Біздің яйнымыз сонына етті. Милет телеканалындан айрылманыз. Ақшамлар рад кечісін.